Аллах Всевышний, в отличие тяжело. от нас, любит, когда его просят о чем-то. Любит именно его. Не картинку с изображением какого-то парня или женщины с ребенком, или идола какого-то, да, которого сами рисуют и сами же и молятся. То есть создателя. Тот, который создал нас. Нас, все живое, все сущее. Да, расписал наши судьбы.